Пам-пам! Карина у микрофона. Сегодня хочу рассказать об игре Маппи, сделанную Намко. Это одна из самых охуенных ранних игр на NES. Как и все ранние игры, она немного затянутая, и в ней 256 уровней. Бля, только не надо пугаться, они ж пиздец какие короткие. В игре очень интересная концепция. Вы играете за копа, и вам нужно отжать украденный шмот. Основной способ хуярить врагов – это бить их дверью. Но бить их можно не каждой дверью, а если вы столкнетесь с врагами, вам пизда. Хотя большинство из них не может вас атаковать на трамплине. Но это нихуя не сейф-зона. 4 прыжка подряд и трамплину пиздец. И не забываем, что с этим всем надо еще искать ёбаный спизженный шмот. Весело? О, да! Если вы хотя бы на 15 секунд вперед не будете просчитывать действия врагов, мгновенно получите гейм овер. Весь геймплей – это головоломка. Только, блядь, головоломка, в которой вы не можете стоять и думать. Если вы не двигаетесь, вам пизда. Никаких контов в игре нет, но за очки вы будете получать жизни. И на самом деле их можно накопить реально дохуя. На некоторых уровнях есть возможность наебнуть колоколом по башке много врагов и поднять этим очков. Также стоит одинаковые предметы брать подряд, чтобы наебошить как можно больше очков. Ну и если взять предмет, за которым прячется один из врагов гора, то это тоже добавит очков. Только, бля, не перепутайте, любой другой враг возле этого предмета – это пизда. В общем, очень увлекательный шедевр с геймплеем. Не для тормозов. Если вы не тормоз, рекомендую насладиться. Всем пока!